общем, 18 лет у меня получились слова и музыка, и уже продолжила, я уже в более зрелом возрасте. Такой, в общем, вы посмотрите, послушаете импровизации. Уже я очень люблю джаз, мне очень нравится практически все, что красиво звучит. И эстрада, и рок, и, в общем, мне нравятся все направления практически, если это красиво. Вот. И нравится творчество Вячеслава Полунина. Вы это, я думаю, что кто постарше услышит это. Итак, конечно же, песня о любви. Обычная история. Кухня.
Будет.